Гиперлуп по-украински. Меморандум о сотрудничестве между Министерством инфраструктуры Украины и американской компанией оказался просто декларацией. Об этом говорится в самом документе. Его копию чиновники предоставили в ответ на запрос одного из информагентств. Напомню, в июне в Мининфраструктуры заявили, что договорились с американцами о сотрудничестве в области высокоскоростной транспортировки. Тогда министр Владимир Амелян утверждал, что технология Гиперлуп может появиться в Украине через несколько лет.